Всем привет! Сегодня, как обещала, будет обзор набора от фирмы «Чудесная игла». Это новинка от «Чудесной иглы», новинка этого года. Была представлена на осенней формуле рукоделия, формула рукоделия 2018. Заказ я делала свой в магазине «Мир вышивки». Для тех, кто еще ни разу не делал заказ в этом магазине, у меня для вас есть новость. Под видео у меня размещена ссылка. Вы можете перейти по этой ссылке. При оформлении заказа введите промокод Инесса. И для вас будет 10% скидка. Вот такая приятная новость для зрителей моего канала. Ну что, приступим? Посмотрим. Я очень много уже наборов покупала этой фирмы, а также у меня есть готовые работы, которые вы можете посмотреть на моем канале. Все готовые работы есть на моем канале, все процессы есть на моем канале. Когда увидела я эту новинку, все, я покой и сон потеряла. Я ее караулила, и как только она появилась, все, сразу я ее заказала. Комплектуется Мулине Гамма. Раньше «Чудесная игла» комплектовала свои наборы нитками Bestex и конвой Bestex, а теперь комплектация Гамма. Гамма нравится мне намного больше. Схемы мне и раньше нравились у «Чудесной иглы», но когда стала комплектация Гамма, все, моя любовь теперь к этой фирме возросла. За размер готовой работы 28×39 см. Производитель «Чудесная игла», Россия. Есть у них сайт свой. Что мне нравится в этой фирме, что почти все наборы вышиваются на моей любимой конве 14 каунта. Это первое. Второе. Здесь минимальное количество бэка. Вот в этой работе, по-моему, бэка нет. Сейчас мы посмотрим схему. Ну, так вот визуально смотрю, не вижу бэка. Мне очень нравятся наборы без бэка. Вот чуть-чуть на стрекозке есть. Немножечко, да, кое-где, когда бэк, он не утомляет. Но когда слишком много бэка, лично меня это утомляет. А в этих наборах все прекрасно. Вот такая замечательная схема. С этой схемой у меня любовь с первого взгляда. Как только я вышивала первый набор от «Чудесной иглы», а мне очень понравилась схема. Схема похожа на схемы от фирмы «Алиса». Я тоже люблю эту фирму. И здесь достаточно крупные значки. В первых наборах схемки были мелкие, и я об этом говорила в своих видео. И такое ощущение, что производитель смотрит наши видео, и какие пожелания были, все эти пожелания, пожалуйста, исполнились. Теперь здесь прекрасная схемка. Раньше я схему сканировала, увеличивала ее на фотошопе, разрезала. Это было очень утомительно, когда нужно было частями ее увеличить и распечатать. Не всегда под рукой есть такой принтер, который увеличивает сразу, да. Ну, в общем, было мне очень-очень сложно с этой схемой. Прежде чем работать, нужно было повозиться. Но теперь возиться не нужно. Теперь мы схемку взяли и можем сразу по ней вышивать. Вот сразу обратите внимание на бэк. Видите, да? Есть бэк. А здесь на превьюшке. Здесь на превьюшке его либо нету, либо я не вижу. Ну, в общем, можно это и без бэка получается вышивать. Здесь вот немножечко есть бэк. Но многие девочки, когда вышивают, бэк вообще не делают. В принципе, и так картины получаются очень красивые. Маки и ромашки. Вот такая вот огромная схема. Полностью схему показывать не буду вам. Не всегда производители довольны, когда показывают полностью схему. Я не знаю, как отнесется к этому «Чудесная игла», поэтому буду показывать вот так фрагментами. Ключ вот так расположен сбоку, мне это нравится. Можно его отрезать. У некоторых производителей бывает ключ
напечатан либо на обратной стороне, либо как-то он в середине схемы, но здесь удобно. Здесь можно отрезать и его использовать. Так, сейчас посмотрим, что здесь, значит, полный крест, количество нитей. В 3 нити есть, в 2 нити, в 1 нить. Ну, в принципе, есть и полукрест в 1 нить. В общем, разные здесь техники. Ну вот видите, как значки хорошо различимы. Схема цвета символьная. В общем, тут и цвет, и символ. Причем цвет не очень яркий. Совершенно не устают глаза от такой схемы. И бумага матовая. Бумага не глянцевая, она не блестит, что мне очень нравится. И вот, как видите, то, что значки разного цвета, практически невозможно запутаться. Вот когда я вышиваю схемки от чудесной иглы, я совершенно их не отмечаю маркером, а запутаться здесь невозможно. То есть каждый цвет виден. В общем, это моя самая любимая схема. Это самая любимая схема, и я с удовольствием эти наборы покупаю. Так, посмотрим, что дальше есть в наборе. Ну, в общем-то, это стандартно. Вложен листочек, где показаны, как выполняются разные стежки, что очень удобно для начинающих вышивальщиц. Меня часто спрашивают мои знакомые, с чего начать, кто еще никогда не вышивал. Я им всегда говорю, начните с набора. Купите набор, и там будет все. Но есть, конечно, наборы посложнее, есть полегче. Но если вы приобретете набор от чудесной иглы, то вы с легкостью разберетесь и не разочаруетесь. Инструкция на английском языке и также инструкция на русском языке. Кстати, магазин «Мир вышивки» осуществляет пересылку в разные страны. Уточняйте у менеджера, в какие страны возможна пересылка, в какие нет. Но вообще в этом магазине с доставкой проблем не было. Говорили девочки мне, живущие за границей, что заказывают, делают покупки в этом магазине. Так, дальше. Дальше ниточки. Вот так все красиво упаковано. Иголочка золотым ушком. Иголочка не очень острая. Я люблю такие иголочки. Обратите внимание на цвет канвы. Какой красивый, серый, мышиного цвета. Да, серый, без всяких оттенков. Чисто серый цвет. 14 каунта. Очень красивый цвет. Я думаю, белые ромашки вообще будут замечательно смотреться на таком сером фоне. А теперь планшетки. Единственное нарекание у многих вышивальщиц было к планшеткам и к тому, что неровно нарезаны ниточки. Конечно, здесь кое-где есть вот такие небольшие, я их называю довесочки, да, но, в принципе, длина ниток очень большая. Очень большая. Померить так линейки у меня рядом нет, но приблизительно метр. Нарезка. Очень хорошая нарезка. И я вижу вот эти довесочки. Не везде они есть. Но многих вышивальщиц они почему-то раздражают. Лично меня не раздражают. Когда у меня маленькие фрагменты, я достаю маленькую ниточку. Большие фрагменты большую. Меня совершенно это никак не раздражает. В маленьких наборах, да, там маленькая нарезка. Может быть, они покороче нарезаны, эти нитки. И как-то не очень смотрится красиво. Я хочу сказать, что вот в этом наборе, ну такая достаточно длинная и хорошая нарезка. Ну, я скажу, что меня ничего не раздражает. Вот я сейчас смотрю, от меня нет никаких нареканий. Просто я слышала, когда девочки говорили вот про эти маленькие довески. В принципе, всегда в наборах «Чудесная игла» у меня хватало ниток. Вот. Даже иногда не приходилось эти использовать довесочки. Но, с другой стороны, ну, пусть они будут. Ну, что такое? Пусть они будут. В общем, вот такие три планшеточки, 44 цвета, на серой канве. Сейчас приложу, посмотрю. Смотрите, как красиво. Обалденно. Вот такой будет замечательный наборчик. Вот такая будет замечательная картина. Если вам интересно посмотреть отшивы фирмы «Чудесная игла»,
У меня на канале вы можете найти эти видео. А сейчас я вам в конце видео поставлю ссылочки. Кто на YouTube смотрит, они у вас видны будут. Можете перейти по ссылкам и посмотреть готовые работы от фирмы «Чудесная игла». На этом я заканчиваю свой обзор. Большое спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. Не забывайте про лайки. Пока-пока.